В этом году мы посадили на своем участке несколько сортов картофеля, который продавался в магазинах «Живой мир». Наше внимание больше всего привлекает «Голубой Дунай». Вот это сорт слева в данном случае. Он значительно выше других сортов картофеля. Дружные всходы, хотя я бы не сказал, что качество семян было очень высоким. Судя по тому, как она всходила, как сейчас сформирован куст, как она цветет. В солнечный день это выглядит изумительно. Есть надежда, что будет хороший урожай. Обязательно вернемся к этой теме осенью, когда картофель созреет. Копаем картофель «Голубой Дунай» осень 2021 года. Два, четыре, шесть, восемь, девять, десять. 11, 12. Ну вот это два куста. 12 достаточно крупных картофелин с одного куста, мелочи нет. Но в общем-то средний урожай качественный. То есть картошка достаточно крупная и урожай хороший. Так, это у нас повелитель простора.